потрясающе. Я знал, что Баку красивый, но не думал в такой степени. Хотя говорят, что 10 лет назад он был немножко другим. Да? Правда это? Нет, я не знаю. Очень красивый город, очень красивый. Так что есть желание вернуться еще когда-нибудь, как будет время, государство приедет еще. Давайте, занимаемся. Да, спасибо вам. Спасибо. Да, пойдем, да. Двери закрыты, два, ручку сорвал, с корнем вырвал. Скажите спасибо, что я дверь не выломал. Чё стоит, как истуканы? Родного отца, как врага, встречаете. Ничего, ничего, я справлю, без вас справлюсь. Нет, я в Баку была очень много, особенно в юности. И, конечно, город преобразился настолько. Мне очень нравится, как он стал красивым, ярким. Но я думаю, что рассказывать о своей героине, это будет не очень правильно. Я думаю, что она интересная женщина, на которую стоит прийти и посмотреть. Спасибо вам. Всего доброго. Нас встретили очень тепло. Понравился. Одни сплошные позитивные эмоции. Абсолютно присоединяюсь к словам Маши. Ну, поскольку я просто прилетела несколько часов назад, я еще не успела вкусить того Баку, о котором говорит Маша, но я думаю, что я не разочаруюсь в нем. Мы завтра, нам предстоит целый день прогулки, мы планируем съездить к морю, поэтому я думаю, что впечатления будут самые положительные. Вот моего жениха. Да. Ты слышал, они чемоданы разрушают. Я слышал. Они не будут спать в маминой кровати. Вот ты за мамин алкоголь. Ты слышал алкоголь, по-моему, боюсь, я прям сразу все выполнил. Не забудь. Я не знаю, что со мной случилось. Но как только она поздоровалась, у меня прямо повалило все изо рта. А я тебя? Как вас зовут? Сюзанна. Ой, какое у вас красивое имя. Оно настоящее. Конечно, настоящее. Но вы не можете твоей невесты. Почему? Потому что она слишком красива для тебя. А если ты решила его прибрать к рукам, то давай дерзай, не маленькая, сама знаешь, как это делать. Я вашим сыном очень довольна. Опа! Вы довольны? Да. Вот.